поешь, да? Счастлива уже? Настя находится в музее образовательном, да? Там происходят занятия для детей. И там тоже много интересных моделек. Да. А что там еще есть? Чучела животных, которые не все ей нравятся. Особенно крокодил ей не нравится, такой огромный. Элизабет Коуч. Это Элизабет Коуч. В 1530-х годах где-то так был использован. Да, это что-то у нас Litter made in 1020. Это где-то в 13 веке в таких вот, скажем, таких носилках путешествовали люди, да? Это в 18 веке тоже носили их в таких кабинах. Там присаживались и носили их, да? А здесь в 17 веке, да, в таком ездили. А здесь в начале века на такой, да, колеснице ездили. Это так первый, второй век, да? А здесь в 12 веке на этом ездили. А, как говорит, да, бык тянул это все. А, и разные там овощи, фрукты и другие другую продукцию с фарм везли на этом, да? Интересно? Интересно, да, Настя? Упси. Тихо, ляу. Say thank you. Посуда. Очень много разной посуды. Еще больше посуды, картины кругом, да, Настя? И что, идем посмотрим еще раз на кукольный домик? О, стесняешься, да? Стесняешься, девочки? О, ужас. Да, Настя, стесняемся. Да? И что, нам показали, как можно посмотреть в кукольный домик более так пристально. Домик. Идешь домик посмотреть? А здесь кристаллы кварца находятся. Здесь отпечаток рыбки разрисованы. А здесь это домик, да? Это такая кухня, насколько я понимаю. И там разные механические даже пылесосы такие. Да, с какого-то, мне кажется, 18 века. Здесь, в этом домике, находится спальня. Здесь лестница. Да, спальня. А здесь у нас находится, да, такой, может, как они говорят, дробин рум. Там, где пианино, там, где они могли себе возле камина отдохнуть. А здесь столовая. Да? А здесь, как Настя уже объясняет, двери, да? Хочешь, Настя, посмотреть с другой стороны? Так он открывался когда-то, чтобы ребенок мог открыть и поиграть. Здесь все под стеклом. Так вот красиво. А здесь такая перегородка, чтобы кто-то мог переодеться. Да, после принятия ванны. Здесь лестница с этой стороны. Здесь у нас находится, да, дробина грум. С таким миниатюрным журнальчиком. Да. Здесь у нас столовая. Настя, будь осторожна. А здесь, мне кажется, это была комната более, где прислуги делали все нужное по дому. Здесь они хранили свои орудия труда, там пылесосики такие. А здесь, да, такой уголь, мне кажется, растапливалась там печка. А здесь они готовили еду. Да, Настенька? Скажи спасибо, что смотрели. Скажи пока-пока. Подписывайтесь. Пока.